В Хабаровске на улице рухнул вертолет. Есть жертвы. В Хабаровске на одной из улиц города рухнул вертолет Ми-8. По предварительным данным, погибли все 6 человек, находившихся на борту. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на одной из улиц российского Хабаровска, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС РФ. Инцидент произошел утром 11 апреля в районе улиц Антенная, Хирургическая Хабаровска. На пустыре Антенное поле совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток». По предварительной информации, на борту находилось 6 человек. Здания и сооружения не пострадали, говорится в сообщении. В результате ЧП, по предварительным данным, погибли все 6 человек, находившихся на борту, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. В то же время Следственный комитет РФ сообщает о 2 погибших и 2 пострадавших. В сети опубликован видеоролик с места крушения, на котором виден дым. По словам автора ролика, вертолет упал из-за того, что зацепился за вышку в тумане. В Италии в море упал вертолет ВМС, есть жертвы. Ранее сообщалось, что под Полтавой упал вертолет. По материалам сайта news.com.